Всем привет! Атака база Квебек, фаза 2. После успешного захвата ключевого блокпоста ВВФ, господи, Танго занял позицию и готовится к штурму базы. Наземные службы совершают ремонт поврежденных систем и восстанавливают системы вооружения. Подходы к блокпосту прикрывает танковое отделение. Полетное задание. Тревога. Сенсоры засекли скопление танковой техники и приближающиеся воздушные цели. Имеет место быть попытка прорыва в сектор. Направление блокпоста. После взлета взять курс на наземные цели и ликвидировать вражеские танковые подразделения. Мы по-прежнему играем в ВЛ-2 штурмовик. Наконец-то мне дают хотя бы выбрать то ведро, на котором я полечу. Вот я на этом и вот этом еще не летал. Что бы выбрать? Маневренность 3, маневренность 2, маневренность 1, 2, 4. О, вот этот пипевац типа самый маневренный. Ну что ж, давайте попробуем. Как-то так. Еще и ночью. Это флот Танго. Тревога. Наблюдаем множество наземных целей. Появились штурмовики противника. Чарли, осуществи перехват. Штурмовым группам на взлет. Это Чарли. Есть, выполняю. Это Фокстрот. Разрешите взлет. Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Что, истребители всех позбивали, что ли? Ну, басы. Thank you.
противника уничтожены. Лима и Майк, вернуться на базу. Это Майк. Разрешите посадку. Внимание. Звучит как музыка. Ненавижу ночные штурмовки. Майк 3. Посадку разрешаю. Попытка прорыва, предпринятая противником в секторе направления блокпоста, провалилась. Ударная танковая группа вилианцев, а также вражеский воздушный авианосец не так давно умерли, не приходя в сознание. И все это благодаря четким, обдуманным действиям тех, кого мы называем флотом Федерации. Меня искренне радует то, что на этот раз мы сохранили в целости свои задницы. Наземные службы без суеты и мельтешения перед начальством совершают ремонт поврежденных систем и восстанавливают систему вооружения. Мои аплодисменты.
Мне все-таки хотелось бы знать, как, любопытство ради, с помощью чего осуществляется этот ремонт? Если с помощью упоминания чьей-то матери, это одно. Если с помощью той техники о необходимости прибытия, которую я уже устал напоминать, это другое. Желаю завтра видеть у себя ответственного за ремонт и восстановление техники. Пока не поздно, хочу изучить его лицо. До следующей встречи.